Всем привет! Вы на Доминусе. Да, это я. Это я, это первое видео с веб-камерой. Во-первых, мне подарили веб-камеру, недавно был день рождения у меня, неделю назад. Ровно, кстати, неделю назад был день рождения, это как бы, ну да. Вот, а во-вторых, я решил, что буду снимать реакции, пост-реакции на кей-поп. Вернее, пост-реакции на Бантан, на BTS. Я думал, говорить вам или нет. Типа, все равно бы, скорее всего, узнали или заметили в моем поведении что-то такое, что показано то, что я их уже знаю, что я их уже слушал, что-нибудь такое. Но я говорю, что я уже армии почти 3 года. В июне будет 3 года, через несколько месяцев. Собственно, и будем делать пост-реакции на клипы, на видосики, на выступления, на там всякие моменты из Дорам, смешные всякие там эти склейки моменты, а что-нибудь такое. Вот. Сегодня мы с вами будем смотреть BTS No. Собственно, песня, с которой началась, наверное, вся их история. Вот. Ну и все, просто будем смотреть и орать, смеяться, визжать. Как-то так. По звуку давайте посмотрим. Должно быть все нормально слышно. Я сделаю потише чуть, я сделаю на 26 вот так. Be hit music and there's for entertainment. Да-да-да, ребята. А, ну все. Это у них типа школа. У них типа школа, типа J-Hope какой-то опять. А, таблеточки. Все пока что быстро, я не успел вообще ничего посмотреть, не увидел. Чонгук, что с твоим взглядом? Ой! Да! Опа! Тихо! Тихо! Тихо, смотрим. Че написано? Написано Dope. Доп, что такое? Правильно, доп это песня в следующих альбомах. Он все равно громко. Господи, Чонгук считаю, рэп это на первых альбомах это просто нечто. Как будто он что-то вообще не, он не умеет. Он может делать хоть что-то не так, как... Не так хорошо. Он... Битбокс на Danger был его. Вокалит он сейчас жестко, тоже он. Читал рэп он тоже довольно прикольно и нормально. Че он не умеет? Это типа... Да типа они начинают протестовать против вот этого жесткого порядка, да? Да, смотрите, как Чонгук против. Фейт, блин, это еще и первый этот, самый начальник, этот логотип, который, типа... Они сначала назывались Бантан Соньондан, типа, непробиваемые мальчики. А это типа щит такой. Да, пошли, пошли, ребята. Да, все, конец. Блин, ну съемка это просто нечто. Везде, всегда. Я всегда все говорю, что съемка в книгу везде это нечто. А пошла опять этот. Ну, типа интрус, да. Кальбом. Ой, кальбом. Ой, ну это монтаж, да. А может и нет, кстати говоря, на Fake Love на даже не было. Ну, да. Все, все слышали. Не хочу быть с ним. Джин, что с тобой? Намджун, будь поважен, не таким пафосным, ты убиваешь людей. Господи, они все такие маленькие, такие молодые все. Вот Джин, по-моему, не менялся вообще никогда. По-моему, он такой же сейчас. Вот вышел у них камбэк недавно, карта души 7. Он такой же, по-моему, был везде всегда. Он сейчас такой же. Господи, мальчик, который был внутри, который работает.
каменные. Это же каменные, типа, руки. Ну просто. Ну, это не монтаж, как Пеню Тоши, потому что у них чаще в 90% случаев все декорации, это, ну, либо декорации, либо настоящий фон. Очень мило, наконец-то мы тебя увидели в крупном плане. О, сейчас будет что-то жесткое. Сейчас будет. Типа Чимин защищает всех. Да. Ну и. А теперь они все его все вышли, знаете? Стоп. Можно еще раз этот момент? Как он с кого-то прыгнул? А, да. Точно. Они его типа. Понял. Вот это жестко. Ну ладно, это жестко. Да, их, да, это их начальная. Блин, круто. Нет, ну это же реально круто, я не понимаю. Вот все типа говорят, что говно, что не геи. Реально. Ну, даже, допустим, они геи, как бы, это же музыкальная группа, они же не группа, там, не знаю, по психологическому, не знаю, развитию личностей, допустим, что-то такое. Они музыкальная группа, типа, если ты гей, ты не можешь делать музло. То есть у меня вот это вообще не. Во-первых, они не геи, это давно всеми понятно и доказано. Их всякие, их моменты совместные, это сделано чисто ради фанатов. И, возможно, кто-то будет считать, что я это делаю, потому что. Ну вот, недавно была история, пару месяцев назад, есть такой чувак на ютубе, Боди его зовут. Вот. Крутой парень. Ну, наверное. Вот, снимал реакции там около года на BTS, на K-pop. Вот, а потом такой берет и на стриме заявляет, что они геи, я не могу их смотреть. Все там решили, что он типа лицемер, что-то такое. Не надо про меня так думать, я слушаю их около 3 лет, вы сами знаете, как бы. Ну, типа. Как тебе может изначально нравиться группа, которую ты слушаешь год, и где ты не можешь выучить 7 человек, как они различаются? Ты там выучил одного-двух, и все. Это же. Просто глупо. По-моему, было понятно, к чему это все придет, к тому, что он просто перестанет их слушать и будет отнекиваться, типа, причиной, что вот они геи. Вот он сказал. Ну, я не думаю, что это на самом деле настоящая причина, все такое. Вот. Типа прикрытие. В общем, все. Господи. Хотел сделать пост-реакцию на клип, в итоге сделал реакцию на Бодю. Клип классный. Клип классный, с этого, по-моему, клипа началась вообще вся их история. Ну там вот, как там в конце было особенно видно, что именно из хореографии чаще всего идет иногда история вообще. Ну, смысл клипа. То есть сначала они защищали, Чимин защищал их от типа этих вот учителей, что это, ну, охраны, что это такое. А потом они все взяли и защитили Чимина, когда ему это было надо. Все, как-то вот так. Подписанный канал. Господи, камера меня смущает. Меня камера смущает. И все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. На Инстаграм подписывайтесь, друзья ВКонтакте добавляйтесь, друзьям рекомендуйте. Все, теперь буду снимать видео с веб-камерой. Всем до встречи, всем пока.